А где твои друзья? Ты одна играешь в Монополию? Насколько вам скучно, я даже представить не могу. Да, я играю ассистентка в Монополию. Вы вдвоем играете Монополию, ты сидишь Да. сейчас в рулетке, и это просто, я не знаю, это, наверное, самый скучный день в вашей жизни. Привет. Ты пернул, что ли, не пойму. Братан, ты натуре дятел, красава. Все, удачи. Идиоты, блядь. Ребят, всем привет! Решил записать эту подводку к ролику не дома, потому что в данный момент отдыхаю на берегах Испании. И ладно, на самом деле я нахожусь в Волгограде у себя. Просто уж больно хорошая погода, чтобы не выйти, не погулять, не покататься на велосипеде. Качество этой записи будет, скорее всего, не очень, потому что я записываю это на телефон, ну уж извините. Пару человек под прошлым роликом жаловались в комментариях на то, что ролики слишком короткие. Поэтому специально для них я увеличил хронометраж на 1 минуту. Надеюсь, теперь вам хватит. Приятного просмотра. А что ты в костюме хирурга сидишь, только непонятно? Какой хирург, чувак? А, все, все. Хирург? Реально ты на хирурга похож? А, ну немного, немного. Сбацать что-нибудь. Че тебе сбацать? А? Че сбацать? Ну, что-нибудь прикольное. Прикольное? Ну да. Красавчик. Ну тут победителя мы определим. Ну, одного победителя. А ты иди нахуй, что ты смотришь. Я твой грубиян. Ой-ой-ой, а ты что думаешь, накачался, можно людей материть? Я думал, что можно тебе в рот насадить башку дать еще кому же. Что ты сейчас сказал? Ой-ой-ой, какой... Слушай, ты не накачанный, ты жирный. Ты жирный. Вот, а вот ты... в чем твой секрет. Ты, а по... ты... ты... А ты, еще... ты ленивый. А ты еще ты жирнее, ленивый Питер. Качок. Ты ленивый качок. Потому что ты употребляешь анаболики, но при этом... Слушай, как считаешь, у меня страшный ебальник? Нет. Нет? Нет. Ну, спасибо. Вот и все. Скорее всего, ты кавказец? Эй, подожди, стоп. А на шу можешь играть? А на шу? Да. А на шу хорошо. Вот это музыка можешь играть? А на ша хороша? Да. Когда куришь хорошо. А на ша. Не слушал, что ли? Не-не, давайте, сейчас подыграй, ты сам ее споешь. Давай. Анаша хороша, когда куришь хороша. Анаша, анаша. Нет, я не умею петь. Какой этот небольшой сад? Нет, у него. Эй! А вдруг тебе мешает? Эй!
Как твоя жизнь? Ну ничего, не жалуюсь, нормально. А вот надо бы пожаловаться. Кому? Мне. Тебе? Ты что, всемогучий, что ли, что тебе жаловались? Я твой старший брат. Да? Заметно. Ну, пожалуйся, пожалуйся. Мы не умеем жаловаться. Мы это кто? Люди в кепках? Я. Привет, ни хрена себе. Привет. Ты. Ты какой-то персонаж из какой-то игры очень жуткой. Такой второстепенный персонаж сталкера, я не знаю. Ты прям такой, ух, атмосферный такой весь. Представляешь, да, если куда-то навстречу приезжаешь, люди как шелковые становятся, когда морду свою такую серьезную делаешь, они вот начинают напрягаться, тут какой-то киллер приехал. Человек добрый в душе, и не бью никогда никого. Блин, ну ты прям, тебе в фильмах надо сниматься, в фильмах это прям однозначно. А на этом все. Если вдруг тебе понравился выпуск, ты все знаешь, что нужно сделать. Это поставить лайк, написать что-нибудь в комментарии прикольное или неприкольное. И до следующего выпуска. Пока!